Всем привет! Выбирая такой класс, как воин, важно понимать, что воин очень зависит от своей экипировки. От того, какая на нем броня, зависит его выживаемость, урон и эффективность поддержания агро. Этот факт, думаю, ни у кого не вызывает сомнения. И мы в процессе прокачки всегда в поисках лучшего снаряжения, брони, бижутерии и оружия. Последнее имеет самое важное значение. От того, какое на нас оружие, отчасти зависит и стиль ведения боя. Ко мне на стримы часто заходят и спрашивают за тот или иной вейпан и интересуются, почему медленное оружие для армс воина лучше быстрого и к какому варианту лучше присмотреться, двуручи или дуалы. Наверное, самый популярный вопрос на стриме. Сторожилы не дадут соврать, это что у меня за топор одет, что за меч, что за посох и так далее. Поэтому давайте пройдем часть пути прокачки от самых первых уровней и рассмотрим самые интересные виды оружия, которые будут нам попадаться и детально обсудим. Тем более посмотреть есть на что. Даже лоу-левельное оружие может нас удивить. В классическом World of Warcraft встречается оружие не только с необычной механикой, но и с большой историей. Итак, начнем с самых первых шагов, когда мы наконец выходим из зоны обучения в большой мир. Мне удобнее рассказывать от лица Хуманвара, поскольку я в основном играл за него. Поэтому Орду и другие расы прошу извинить. Это касается только начала, далее в принципе все одинаково для всех. Стартовые квесты в Эллен Форест особо не радуют наградами. Если что-то и перепадает, то это белая броня и всякие расходники. Так где же найти для себя более-менее приличное оружие для старта? Тем более, если это наш первый персонаж, вариант с аукционом отпадает. Дороговато. Нам и так есть на что тратить наш скромный бюджет. На самом деле не все так безнадежно. Прямо с 5 уровня становится доступен квест на дробителя. С 5 уровня на него, конечно, соваться рановато, но убить его группой не составляет труда. Да, возможно, игроки будут с трудом вас брать в группу, толку от вас на 6-7 уровне никакого. Но проявите настойчивость и в конце концов соберите группу сами, и вуаля, награду можно выбрать зеленый посох 10 уровня. Посох. Именно посох, не чест или штаны. Предмет, шуточек и насмешка непонимающих игроков. Вар с посохом и правда выглядит нелепо. Просто посмотрите на эту красоту. Мобы будут рассыпаться с 2 тычек, и с ним вполне комфортно можно пробегать уровень так до 12, а то и больше. Потом будет, конечно, оружие посерьезнее, может повезете что-то выбить и в мертвых копьях. Далее, на что я хотел заострить ваше внимание, это на цепь квеста в Даркшире. Это очень интересная и трагичная история, связанная с историей одного учителя по имени Сталван Мистмантл. Когда-то Сталван был учителем, его пригласила семья богатого штормградского аристократа наставником для своей дочери. Сталван влюбился в молодую девушку, девушка тоже испытала к наставнику чувства, но ее ждал брак по расчету. Родители хотели выдать ее замуж за богатого и влиятельного господина. Сталван просил руки дочери у ее отца, но получил отказ. Тогда он в гневе убил его и его жену. После этого жестокого убийства он хотел убежать со своей возлюбленной, но девушка отказалась с ним убежать, и он прикончил ее тоже, а потом скрылся. Нам же предстоит его разыскать, идя по следу, который в итоге приводит к нему. Судя по всему, тяжесть содеянного давила на него, и он покончил с собой, но после восстал в виде нежити и наводил страх на окрестных жителей. Нас же, помимо этой ужасной истории, больше интересует материальный интерес за развязку этой длинной цепи заданий. Начать ее можно уже на 22 уровне. Выполняется легко, всего-то нужно побегать по миру и в конце, объединившись с группой товарищей, убить моба 32 уровня. В награду мы выбираем великолепный топор 35 уровня. То есть уже на 22 или там на 23 уровне мы получаем высокую уровню зеленую одноручку, сравнимую примерно с синей двуручкой 20 уровня, со скоростью в 1.6, чтобы вы понимали, насколько это топовый вепон. Я с этим топором бегал очень долго. В качестве основного оружия он мне служил до момента, пока не сделал квест на принцип, а в качестве танковского вплоть до 30 уровня. С виду у нее ничего такого примечательного нет, но сам факт того, что топор 35 левела получает игрок 22 левела, необычный. Такое оружие очень бустит прокачку, и в инстах не будет особых проблем с агро. Ладно, хватит про зеленку, давайте посмотрим на более продвинутые варианты. Начать я хотел не с топора вихря, мне кажется, про него уже было сказано и так много всего. Кроме обалденного внешнего вида и внушительного урона, соответственно, он ничем таким особенным не выделяется. Если вам интересно, можете посмотреть мое старое видео, про него я в нескольких словах рассказал. А вот что действительно обладает интересной механикой, это ревакер, или опустошитель по-нашему. Падает этот топор с хердового оружейной Алого Ордена. Топор сам по себе красивый, а при нанесении урона с небольшим шансом, игрок начинает вращаться и наносить АОЕ урон всем противникам в мили радиусе.
держите его в сумке на всякий случай. Если вам посчастливилось попасть в данж в качестве дамагера, обязательно оденьте его. Много фан и красивых цифр гарантировано. Игроки настолько полюбили этот топор, что не расстаются с ним очень долго. К сожалению, у него помимо достоинств есть и недостатки. Та способность, которая делает его таким крутым, вам же и мешает. При неожиданном PvP в открытом мире во время погони за целью вы можете внезапно начать вращаться и отстать от цели, что слегка напрягает. Хотя, если вовремя снять прок правой кнопкой мышки, в принципе, не так страшно. Топор так понравился игрокам, что Blizzard на основе механики ревагера в Лич Кинге добавили похожую способность воину. Так что те, кто не застал классику в актуале, знаете, с чего все начиналось? Перепрыгнем из Алого Ордена сразу в Ульдаман. Здесь с финального босса Аркедаса падает самый топовый для своего уровня меч – Stone Slayer. Знаю, опять вы меня будете ругать за то, что кидаюсь незнакомыми словечками. Кому-то привычный слух будет камнегубитель. Ну, мне эта адаптация на русскую версию как-то не заходит. Для меня он навсегда останется Stone Slayer, один из самых медленных мечей. С довольно неплохим проком на 10 урона, идеально подходящим для воина Армса. Мне довелось с ним когда-то побегать на лайтхопе, просто бомба. Жаль, на Пламегоре не хватило терпения его выбить, так что если у вас будет время и терпение, можно заморочиться. Ну а я купил на аукционе конкобезглавливатель. Это топор эпического качества, тоже на 44 уровень. Так вот, со всей ответственностью заявляю, что топор этот лишь на немного лучше Стоунслейера, а стоит он примерно 150 золота. Камнегубитель вырывается в топы за счет своей невероятно медленной скорости, и до 50 уровня лучше варианта не найти. Так что если у вас есть немного лишнего времени, рекомендую сделать несколько забегов на Аркедаса. А для торопык мажоров – Канг. Теперь отправимся куда? Конечно, в Зульфарак. Просто кладезь варварских вкусняшек. Первое, на что хотел обратить внимание, это на потрясающий танковский мейс – Рукан Тасула. Очень медленное оружие для одноручки, благодаря такой скорости его можно эффективно использовать для АОЕ танкования. Да, в паке вихрь по 4 мобам прилетит очень сочный урон. Ну не как от двуручки, конечно, но тоже немало. Ну интересно, эта дубинка, конечно, не только из-за урона, а скорее благодаря своему проку. Примерно с 5% шансом срабатывает удар грома. Да, именно такой же, как воинская способность, только с небольшим уроном, где-то в 7 единиц. Но зато прок с МСА дает не 10% замедления скорости атаки у мобов, а все 11%. Эффект руки Антасула не стакается с воинским тендерклапом, поэтому можно его не использовать. Ну, круто же, бесплатный тендерклап прокает почти на каждом паке и не нужно даже выходить из защитной стойки. Если у вас какие-то проблемы с АОЕ танкованием, Мейс частично может решить эту проблему. Не случайно некоторые игроки прозвали его мини-версией громовой ярости. Единственный минус – это невозможность контролировать цели рядом с танком. Прок сбивает все шипы, сапы, ловушки. Ну, если отвести танкуемых мобов подальше от законтрольных, то вполне приемлемо. Теперь, в завершение, хочу рассказать о самом интересном артефакте Зульфарака. Примерно за 16 тысяч лет до открытия темного портала, тролли ожесточенно сражались с представителями армии Акири, первобытной враждебной расы. Расы, от которой после зародились Нерубы, Киражи и другие. Большую роль в этом сражении сыграл легендарный меч Империи Троллей. Кара Сультраза, или Сультраз Каратель, я так и не нашел правильного перевода этого оружия, кроме вариантов, предоставленных нашими локализаторами. Именно этим клинком был убит командир армии Акири, благодаря чему удалось переломить ход сражения и одержать победу. Легенды гласят, что этим мечом с легкостью разрубались крепкие панцири врагов, и Акири боялись его как огня. Меч хранился у троллей пустыни как реликвия долгое время, пока внутри клана не произошел раздор. Причина раздора стала Гидра, распространив свое влияние на песчаных жителей, и благодаря которой тролли стали отворачиваться от своих древних богов, долгое время почитаемых Лоа, и теперь выбрали своим идолом Гидру, ставшим новым объектом поклонения. Младший сын вождя Зизатал не хотел отворачиваться от Лоа, долгое время придававшим троллям силу и процветание, и хотел вернуть на этот путь и свой народ, и решился на смелый поступок. Он выкрал Сультраз, святыню, однажды сразившую могучего врага, и в надежде, что этот меч также сможет сразить Гидру. Но сил молодого тролля оказалось недостаточно. Гидра ударом хвоста расколола меч на две части и осталась непобежденной. Осколки были собраны, из них были выкованы новые клинки. Первый меч был именован Джанг Трас, его забрал себе вождь племени Укрос Кровавый Скальп.
Другой был именован Цангтрас, и его забрал Дизатал, сын вождя. Борьба за верный путь поклонения богам не закончилась. Зизатал продолжал сражаться со своими собратьями, пытаясь убедить свой народ отвернуться от чудовища и вернуться на путь поклонения Лоа. До тех пор, пока Тека-мученик не устал от бесконечной борьбы собратьев и не превратил всех соратников Зизатала в скарабеев. Цангтрас был утерян, и место его нахождения стало неизвестно. Цангтрас же по-прежнему находился в руках вождя. Кроме красивой истории, сами мечи тоже весьма неплохи. Как танковское оружие, они удобны оба. Прок, вешающий щит или шанс парирования, может не сильно, но повышает выживаемость. Все бы ничего, но очень маленький шанс выпадения этих мечей. Не каждому удалось подержать в руках легендарный осколок Цультраса. Собрать их вместе – трудновыполнимая задача, ну, реальная. Если вам все же удалось это сделать, поздравляю. Соединив два меча воедино, вы станете обладателем артефакта, по эпичности и глубине лора, ничем не уступающего легендарному испепелителю. И если вам интересна история World of Warcraft, такой экспонат украсит вашу коллекцию ценных предметов. Цультрас по своим параметрам совсем не подходит для армс воина. Если у вас наличие Stone Slayer с Ульдамана, рекомендую оставаться с ним. Но вот Фурику как раз подходит. Быстрый, с дополнительным проком на урон от темной магии, способен наносить неплохой урон. К тому же он очень классно выглядит. По мне, так мечи с такой богатой историей достойны быть легендарного качества. Ну, близы в этом плане не очень щедры. И на этом спасибо. Что я хочу сказать? В World of Warcraft огромное количество разнообразного оружия. Про все рассказать просто не хватит времени. Но мы обязательно вернемся к этой теме и рассмотрим высокоуровневое оружие. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какое еще крутое оружие вам встречалось на прокачке. Как всегда, желаю всем удачи!